Молодец. Как же прыгает, как зайка. Малыш совсем, такая крошка. Да? Вот. А говорит, а что ты не бежишь? А это так, говорит, я лучше полежу. Ты большой. Да. Скажи, вот я вырасту. И вот тогда я скажу, так погибну, не хайте. Сейчас будет доминация, я же говорю. Ой, мы тут встретили суку, нашу знакомую. Все же с дачи возвращаются, овчарка. Вот. И она, короче говоря, потекла в нее только-только. Мы эти понюхали, что там ловить нечего. Зато это очень обрадовалось. Очень обрадовалось. И нюх, и ручка ее копала. И ушко что-то шептал. Хотя ногу он еще не поднимает. У нас детенок. Но о чем-то, видать, уже догадывается. Очень было смешно наблюдать. Такой, я говорю, слышь, ты ухожу. Да, скажи, я похожа. Я, говорит, приглашаю его в партере, потому что поваляться как я. Как его колбасит. Говорит, с ними неинтересно, они тут же догоняют, потому что неприятно.